Саша, Лиза и Настя сегодня в центре внимания. Первенцы в семье Лазицких и сразу тройня. Вот так мама Таня в одночасье стала многодетной. На первом УЗИ нам сказали, что у нас будет один. А когда уже живот начал расти, то отправили на очередной УЗИ, и там уже определили, что у нас будет тройня. Быть главой большого семейства непросто, но папа Владимир быть отцом в кубе готов. Нормальное, обычное явление. Новоиспеченные мама и папа сегодня стали обладателями сертификата на 500 тысяч рублей. Этот подарок городские власти вручают всем родителям тройняшек вот уже несколько лет. В городе стало доброй такой традицией на протяжении последних 5 лет чествовать семьи, в которых появляются тройни. И город всегда поддерживает эти семьи и выделяет денежные средства в размере 500 тысяч рублей на те нужды, которые испытывает семья. С появлением одного ребенка семья тоже нуждается в поддержке и помощи, а тройня и подавно. На встречу с семьей Лазицких сегодня приехали представители пенсионного фонда. И вот в руках Татьяны и Владимира второй сертификат, на этот раз на материнский капитал. Поэтому я пожелаю вам этого самого счастья, здоровья детям, родителям. Хочу вручить от имени Пенсионного фонда Российской Федерации сертификат на материнский капитал. Ну, вы уже сами посмотрите, как можно распорядиться, либо на жилищные условия, ну, либо на другие цели. Вот, сертификат в настоящее время составляет 387 тысяч рублей. Мальчику и двум девочкам в семье радуются не только родители, но и бабушки, и даже прабабушки. Капиталина Андреяновна сама в прошлом акушерка. Хорошо знает все секреты ухода за новорожденными. В доме всегда, чтобы было полно и солнца, и тепла, и оптимизма. Оптимизм – это залог здоровья. Так что будьте счастливы. С 2007 года в Череповце тройняшки появились на свет уже у 5 супружеских пар. Теперь у Татьяны и Владимира Лазицких впереди множество удивительных открытий. И каждое смело можно умножать на 3. Юлия Моцина, Сергей Меньшаков, информагентство «Череповец».